В Тбилиси прошла крупная акция под проевропейскими и антиправительственными лозунгами. На следующий день, после того, как Европейский совет объявил, что для предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии надо еще решить ряд вопросов, на улицы столицы вышли тысячи сторонников оппозиции. Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Здесь собрались мы, граждане, которые борются за европейское будущее Грузии, за Европейский Союз, за будущую жизнь Грузии в ЕС, которому мешают олигархи и конкретно олигарх Бидзина Иванишвили. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили называл свою страну наиболее достойной среди претендентов на начало процедуры приема в ЕС. После заявления Брюсселя о европейской перспективе Грузии он пообещал реализовать все указанные приоритеты, чтобы, цитата, «в ближайшее время получить статус кандидата».